Сегодня весь мир отмечает День фотографа. Человек, который может остановить миг и навсегда запечатлеть его в памяти многих. По всему миру в этот день мастера фотографии отмечают свой профессиональный праздник по-своему. О том, как проводят его карагандинские фотографы, расскажет Амина Смакова. Глазки закрой. Григорий Пенгрин – фотограф с трехлетним стажем. Сначала снимал любительские съемки, вечеринки друзей и родственников. Позже втянулся настолько, что решил посвятить этому делу жизнь. Григорий едва ли не единственный фотограф в Караганде, который до сих пор снимает на ретро-фотоаппарат. По его словам, такие кадры получаются более душевные и живые. Когда ты выходишь с пленкой, ты понимаешь, что у тебя, например, 12, 24 или 36 кадра, и ты начинаешь задумываться над тем, стоит ли тебе этот кадр тратить на это или нет. То есть или лучше тебе ракурс подойти, лучше с другой стороны обойти. Ты начинаешь воспринимать и ценить этот кадр. В эпоху цифровой фотографии проявить снимки, сделанные на старый фотоаппарат, дело затруднительное. Однако нет ничего невозможного. Ну, довольно часто как бы еще остается все-таки пленочки, с которых делают снимки. Амирхан Сулейманов заболел фотоаппаратом, будучи еще школьником. Первую камеру подарил ему дядя, и с тех пор он начал свою профессиональную деятельность. Парень старается передать нечто необычное людям через свои снимки. Профессиональный праздник фотограф отмечает необычно. Он выходит на улицу, фотографирует прохожих или интересные моменты из жизни города. Аллею Вечного Огня Амирхан снимал ровно год назад. Сегодня сквер кардинально преобразился, рассказывает молодой фотограф. То, что было вот год назад, это уже история, то есть какие-то вот эти вот старые стульчики, которые они с собой приносили. Теперь здесь все поменялось в лучшую сторону. Может быть, и встречу старых знакомых, которых я здесь фотографировал год назад. Фотографы близ крупных торговых центров стали неотъемлемой частью жизни Караганды. Некоторые мастера фотографии, будто в ожидании сенсации, работают здесь не один десяток лет. Заядлые фотографы рассказывают, что встречают тех, кого снимали еще 20 лет назад малышами. Съемки бывают разные. Наши фотографы на статичных не останавливаются. В этот день, в день фотографа, они собираются и придумывают что-то оригинальное и интересное. Амина Смакова, Олжас Габасов, Марат Култенов. Первый карагандинский.